Мяу! Всем привет! Меня зовут Лискин, и я новая ведущая канала Ростиксон. В данном видео расскажу вам, как вывести деньги с мобильного приложения Gate.io. Ну что, начнем? Но перед этим переходите в телеграм-канал Ростиксона. Там ежедневно он публикует новости и скрипты, делится своими мыслями и пишет обо всем, что он делает. Заходи, там много что интересного. Тем более на этом еще можно заработать. А также в описании будет ссылка, по которой можно будет зарегистрироваться и получить максимальную и вечную скидку на Gate.io. А, и чуть не забыла. Ростиксон провел опрос у жителей Санкт-Петербурга. Он задал некоторые вопросы о криптовалюте и финансах. Если у вас есть какие-нибудь интересные вопросы, обязательно пишите их в комментариях. А теперь смотрим. Здравствуйте, ответьте на пару вопросов. Добрый вечер, да, конечно. В чем вы храните деньги? Криптовалюта. Есть ли у вас накопления? Да, кое-какие имеются. А как вы относитесь к криптовалюте? Очень позитивно. Я считаю, что это лучшее средство для хранения инвестиций. А в какие криптовалюты вы инвестировали? Основные фундаментальные монеты – это NIR, Polkadot, Ethereum, Solana. И еще несколько игровых проектов из Play2Earn, да. Вселенная. Спасибо за ответы. Комиссия. Объем торгов за сутки на криптовалютной бирже Gate.io составляет не менее 67 миллионов долларов. Биржа предоставляет множество инструментов для торговли. Прежде всего, стоит отметить наличие собственного токена, именуемого GateChain, с капитализацией более 130 миллионов долларов. Монета имеет тикер GT, а поступила в торговлю весной 2019 года. Стартовый объем эмиссии составлял 300 миллионов, но выпуск продолжает увеличиваться. Использование токена дает возможность получить скидки на операции в пределах данной платформы. А еще для всех желающих доступен майнинг. На площадке Gate.io предлагаются все основные наименования криптовалют, а также большое количество всевозможных альткоинов. Всего количество предполагаемых торговых пар более 350, что является хорошим показателем. Однако здесь не поддерживаются фиатные валюты. Дополнительно можно использовать возможность покупки и продажи бессрочных контрактов, то есть фьючерсов. На бирже Gate.io не взимается комиссия за операцию по пополнению счета. Однако она имеется при выводе средств и зависит от того, с какой конкретной криптовалютой осуществляется операция. В большинстве случаев сумма является фиксированной, поэтому вводить небольшие суммы может оказаться невыгодно. Как вывести деньги с мобильного приложения Gate.io? Для того, чтобы вы смогли вывести свои деньги с биржи Gate.io, нужно в первую очередь открыть мобильное приложение и войти в свою учетную запись. Затем переходите в раздел «Кошелек» и нажимайте кнопочку «Вывод». Вы же хотите вывести деньги, да? Далее выбирайте монету, которую нужно снять, и желаемую цепочку. Есть всего два варианта вывода. Первый по адресу и второй по гейт-коду. Что такое гейт-код? Это внутренний сервис по Gate.io, через который вы сможете осуществлять внутренний перевод. Если же вы будете выводить биткоин, то там есть небольшая комиссия за одну транзакцию. Вы сможете вывести минимум 11 сотых BTS, максимум 43,3064 десятитысячных BTS. Затем введите адрес получателя. Описание адреса не обязательно. И сумму вывода. Дважды проверьте и нажмите кнопочку «Снять на адрес». После успешного вывода средств система запомнит адрес. Далее вам предложат вывести пароль вашего фонда, код подтверждения по SMS и код аутентификатора Google или Gate. Затем подтвердите вывод. После завершения вывода щелкните значок книги в правом верхнем углу, чтобы посмотреть сведения о выводе и статусе. А на этом у меня все. Еще раз напоминаю, что под видео есть ссылочки на телеграм-канал Ростиксона, где вы найдете много чего интересного, а также ссылочка на максимальную и вечную скидку на Gate.io. Также попрошу вас в комментариях отписаться, хотите ли слышать меня в следующих видео. Обязательно ставьте лайк и подписывайтесь. С вами была Лискин. Всем удачи и всем пока!